Иногда овощное блюдо может быть настолько ярким и вкусным, что мясо или рыба не требуется, чтобы вкусно накормить семью. Например, овощные крокеты из картофеля с сливочно-грибным соусом. Приготовить овощные крокеты не сложнее, чем пожарить обычные мясные котлеты. Как их приготовить, смотрите пошаговые рекомендации к рецепту. Состав овощных крокетов может быть самым разным. Готовьте из тех овощей, которые любите, или из тех, которые имеются под рукой. Картофель – 500 грамм. Яйцо – 1 штука. Морковь – 1 штука. Болгарский перец – 1 штука. Шампиньоны – 200 грамм. Лук – 1 штука. Деревенские сливки – 2 столовые ложки, или сметана. Растительное масло – 100 мл. Сливочное масло – 25-30 грамм. Соль – 0,5 чайных ложки. Черный молотый перец – 2 грамма. Панировочные сухари – 100-150 грамм. Мука – 1-2 столовые ложек. Количество порций – 3. Подготовьте ингредиенты. Отварите в подсоленной воде картофель и морковь до готовности. Пока отвариваются овощи, займитесь приготовлением грибного соуса, для этого обжарьте на смеси сливочного и растительного масла лук. Добавьте порезанные шампиньоны, посолите и продолжайте жарить. Когда грибы будут готовы, добавьте жирные деревенские сливки или сметану. Тушите еще 5 минут. Соус готов. Измельчите ножом свежий болгарский перец и отварную морковь. С картофеля слейте воду и разомните его в пюре. Добавьте в пюре измельченные овощи, вбейте 1 яйцо. Перемешайте, посолите и поперчите. Всыпьте 1-2 столовые ложки муки и хорошо размешайте. Сформируйте крокеты, они могут быть самой разной формы, круглые, овальные, брусочком и так далее. Обваляйте крокеты в панировочных сухарях. Выложите готовые крокеты на разделочную доску. Хорошо разогрейте сковороду, влейте достаточное количество растительного масла и обжарьте крокеты со всех сторон до румяной корочки. Подавайте овощные крокеты как самостоятельное блюдо с грибным соусом и зеленью. Они очень вкусные. Приятного аппетита!